До нашого ефіру долучається Гаррі Табах, капітан першого рангу ВМС США у відставці. Поговоримо і про останні кроки НАТО, і про ініціативи, зокрема Норвегії, привести війська до стану підвищеної бойової готовності, і про стан Чорноморського флоту Російської Федерації. Гаррі, здравствуйте, я рад вас видеть знову в нашому ефірі. Перейду на русский язик, щоб ви могли мене лучше понимати. Дякую, дякую. Вітаю, Україна. Гаррі, вот, собственно, США расширяют присутствие военно-морских сил в Европе после выхода России из зернового договора. И вот ударная группа американского флота с авианосцем Джеральд Форд движется в воды Европы и в середине ноября прибудет на базу Портсмут в Англии. Расскажите, пожалуйста, об этой ударной группе. Насколько вот существенны эти силы и какой сигнал подают этим Соединенные Штаты России? Я думаю, что это мы занимаем более и более агрессивную позу. Опять же, это также в интересах всего мира, не только Украины или чего-то такое. Потому что я думаю, что уже нужно быть абсолютным идиотом, не понимая, что Россия ведет террористическую войну. Это страна, которая террорист. Она не может победить Украину на поле боя. И перешла уже довольно-таки давно перешла на абсолютно террористические акции против Украины, против мирного населения, против инфраструктуры, наводя панику, пытаясь навести панику в Украине, действуя вот такими своими понятиями рабскими. Она также считает, что если она будет угрожать ядерным бомбой, замораживанием или не подавая энергию в Европу, или угрожая голодом в Африке и в Азии, не допуская туда зерно или кукурузу украинскую, что таким образом сможет заставить и принудить весь мир, принудить Украину к переговорам или к сдаче, ну или к проигрышу украинскому, не понимая, что наоборот она сплачивает таким образом весь мир против себя. И, конечно же, когда выходит наша ударная авианесущая группа военно-морская, это целая армада, с которой шутить не стоит. Ну, допустим, один такой авианосец наш, он может подавать электричество целому Киеву или даже нескольким городам своим реактором ядерным, а воду подавать таким же образом, делать из морской воды воду питьевую и так далее, и так далее. Это целая армада, и не только военная, она также инфраструктурная. Поэтому я думаю, что туда подошли, что, мол, Россия, хотите вы участвовать или не хотите, будете вы проводить террористические акты или нет, мы будем рядом, и мы будем следить, чтобы вы себя так не вели, потому что украинцы вам каждый раз надирают задницу. Ну вот, собственно, еще один такой звоночек России. Норвегия переводит войска в состояние повышенной боевой готовности. Есть мнение военных экспертов, что так должны действовать и все страны НАТО. А вы вот с этим согласны? Я согласен частично с этим, потому что я считаю, что этого недостаточно. Недостаточно, когда наши войска теперь дислокируются в Европе, когда наше ядерное оружие перегруппировывается в Европе, то есть апгрейд проходит. Я думаю, что всего этого недостаточно. Достаточно будет, это когда НАТО во главе с Соединенными Штатами Америки выполнит волю американского народа, то есть то, что закон, который американский народ потребовал и прошел через Конгресс, когда Соединенные Штаты Америки дадут все необходимое оружие для Украины закончить это кровопролитие, это убийственную войну и запугивание бешеной макаки с ядерной дубиной всего миру. А украинцы могут, хотят, и все, что им нужно, это чтобы остальной мир во главе с Соединенными Штатами оружия дал им этот инструмент, дал им наступательное оружие и эту войну закончить с полным разгромом российских войск и Российской Федерации.
А, кстати, как вот США воспринимает темные понедельники в Украине, потому что нас уже который понедельник обстреливает критическую инфраструктуру, и вот буквально вчера очень много городов в Украине были и без света, и мобильной связи, и без воды. Вот как на это смотрят в Соединенных Штатах? Ну, я считаю, что, опять же, наш Конгресс и без разделения на демократов или республиканцев супер большинство, не большинство, а супер большинство в Конгрессе, то есть американского народа, поддерживают Украину и хотят, чтобы Украине было дано все. Для этого и проголосован был 9 мая ленд-лиз, подписан президент, проголосован чуть раньше, чтобы Украине было дано все, в первую очередь противовоздушная оборона. Но ничего такого нету, и по ленд-лизу ничего не идет. Поэтому также наш народ возмущается этому, люди. И в ноябре, я думаю, они покажут свое недовольство. Тех, кто не поддерживает Украину, я надеюсь, будут проголосованы из Конгресса, и в Конгресс мы проголосуем тех, кто поддерживает Украину. Я очень надеюсь на это, что, потому что это не то, что безответственно. Я считаю, что мы не можем себя считать людьми морали, людьми Бога, наблюдая, опять же, за уничтожением целой нации. А то, что происходит, и только говорить возмущение, да-да, мы вам поможем, да, обещаем санкции из ада, обещаем, что Путин не удержится у власти, когда новая власть в Америке придет, но все показывает наоборот. Поэтому народ Соединенных Штатов Америки через Конгресс, я думаю, показывает свое недовольство. И надеюсь, что мы будем продолжать это, пока Украине не будет дано все, что необходимо для полной победы. Гарри, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу сказал о российской армии, вот вторая армия, процитирую, вторая армия мира теперь даже не 22-я. А как вы оцениваете на данном этапе боеспособность российской армии? Опять же, я человек военный, президент Зеленский мой герой на сегодняшний день. Я не вмешиваюсь в вашу внутреннюю политику, но он больше политик, наверное, чем военный человек. Я никогда недооцениваю своего врага. Враг коварный и жесткий, жестокий. Война затянулась очень долго. Этот враг не состоит только из алкоголиков и полудурков. Там есть профессионалы. Все эти эксперты, которые говорили, что фронт рушится, что российская армия бежит, что в Кремле будет уже переворот, что все вот эти вот заглавия, которые набирают просмотры, лайки, что Путин завтра уже умрет или через неделю и так далее, и так далее. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что всегда надо лучше переоценить врага, потому что российская, обещали вам, что у них ракеты, ракеты закончатся, как мы видим, они не заканчиваются. На ваши головы падают те ракеты, уничтожают инфраструктуру, убивают мирное население. Поэтому я считаю, что враг очень опасный и коварный. Его чем быстрее надо уничтожить, тем лучше это будет не только для Украины, а для всего цивилизованного мира. Поэтому я думаю, что они, конечно же, Украина показала себя, и все мы смотрим сегодня, как куется новая нация, которой дали 40, 80, 72 часа, а как сегодня она защищает не только Украину, но и весь мир, всех нас от этой мрази, от этой заразы. Гарри, Россия приостановила свое действие в зерновом договоре после того, как вот там остались взрывы в Черноморском флоте возле Севастополя. И обвинили сразу в этом Украину и Великобританию, как ни странно. А сказали, что атака была осуществлена дронами. Эти дроны запустили из зерновоза, который транспортировал, собственно, зерно. Вот. Я знаю, что в Соединенных Штатах очень сильно следят за этой ситуацией. Как вы можете сегодня охарактеризовать вот состояние Черноморского флота и вообще флота Российской Федерации? Я, конечно же, даю им двойку с минусом.
сразу после потопления крейсера «Москва» и пятерку украинским войскам в этом отношении. И постоянно вот это, что вы гоняете и топите российский флот, причем вы страна, у которого флота Черноморского вообще нет, в принципе, если уж так говорить. И это очень странно, что Россия обвиняет Украину в том, что они потопили или повредили российские корабли. Это все равно, что обвинять Советскую Армию, что она взяла армию Пауса в окружение под Сталинградом и мерзла. Это обвинять. Вы на них напали, на Украину, и теперь обвиняете. Ваш флот стоит на их территории, в их водах, и вы их обвиняете в том, что они на вас топят. Это как-то странное такое обвинение. И ну, то, что они обвинили Великобританию, да хоть марсиан пусть обвиняет, какая разница. Дело в том, что этот флот надо топить, российские войска надо из Крыма изгонять и освобождать вашу территорию любыми способами, возможными для Украины. А что говорит Россия и в чем она обвиняет, я думаю, никто сегодня в мире не слушает их и не воспринимает это серьезно. Это вранье, малодушие, трусость и предательство с их стороны, ну, со всех сторон. Это я даже не знаю, зачем мы упоминаем, что Россия говорит, что выходит. Это уже никакого значения не имеет. У нас есть одна цель – победа и изгнание их с территории Украины. Гарри, большое спасибо вам за этот разговор, за то, что вы нашли возможность спасибо, что не с нами поговорить и поучаствовать в нашем эфире. Хорошего вам дня. Слава Украине. Героям слава. Це був Гаррі Табах, капітан першого рангу ВМС США у відставці.